Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на один из мною самых ожидаемых и любимых в рамках серии моющих пылесос. Как и всегда, нам обещают удобную и эффективную уборку, максимум технологий для этого и много чего еще. Давайте будем вместе разбираться, как это все работает. Полное наименование модели данного пылесоса Dreamy H13 Pro. Для начала давайте посмотрим, что идет в комплекте. Что бросается в глаза, то у нас здесь есть краткое руководство по установке и краткое руководство по запуску, что крайне приятно. Первое, что здесь находится в комплекте, это, конечно же, удлинительная ручка. Вот такая основная. Здесь у нас находится моющая жидкость от Dreamy, фирменная. Так, давайте посмотрим, что у нас находится здесь. А здесь у нас находятся аксессуары. Это ёршик для чистки, полноценная инструкция, дополнительный HEPA-фильтр, ну и, конечно же, валик, соответственно, для чистки. Обратите внимание, что у нас второй валик идет в комплекте. То есть первично еще один установлен, соответственно, в самой вот здесь вот нижней швабре. И таким образом у нас их в комплекте два, что, конечно, очень приятно. А также у нас вот здесь внизу есть не что иное, как док-станция. Соответственно, она у нас и для самочистки, и для зарядки. И наглядно покажу, что она у нас на европейскую, либо российскую вилку. Называйте тут как хотите. Внешне Dreamy H13 Pro унаследовал черты предыдущих моделей. При этом получил несколько больше сдержанности вот в плане строгих черт, и однозначно это пошло ему на пользу. Выглядит здорово, да и к сборке вообще никаких вопросов нет. Резервуар для чистой воды имеет возможность быстрого съема, и его емкость составила 900 мл. А вот контейнер для использованной воды имеет емкость 700 мл. Он меньше с учетом расхода ее при, соответственно, уборке. При этом аналогично легко снимается и его удобно чистить. Сверху расположился цветной дисплей, позволяющий без проблем считывать всю необходимую информацию о состоянии работы пылесоса. Тут мы можем переключаться между четырьмя режимами работы. Автоматически, и пылесос сам будет выбирать подходящий режим работы для уборки. Отлично подойдет, например, для ежедневного использования. Впитывание влаги, сбор пролитых жидкостей, мокрые пятна и волосы. Турбо, сбор крупного мусора и борьба с сильными загрязнениями. И ультра поможет справиться с въевшимися пятнами, застарелыми следами грязи и шерсти животных. Также есть не менее удобная и наглядная LED-индикация. Таким образом, мы получаем понимание о степени загрязнения в реальном времени. И вы понимаете, что стоит уделить конкретно этому месту больше внимания. Зеленое – слабое загрязнение, оранжевое – среднее загрязнение, и красное кольцо – это сильное загрязнение. Однако нас с вами в первую очередь интересует, как он убирается, а потому давайте поговорим про характеристики и технологии внутри. Первое, что стоит отметить, это мощное всасывание, и она составила 18 тысяч паскалей. Щетка вращается со скоростью 520 оборотов в минуту, а скорость вращения двигателя 104 тысячи оборотов в минуту. Все это сказывается на эффективности уборки. Это реально очень крутые показатели. Они позволяют убираться без проблем, ну и, конечно, достигая нужного результата. Сейчас это все хорошо видно на подсъемах, да и габариты тоже порадовали. Вес 5,6 кг, но благодаря отличной развесовке и инновационной технологии Glide Wheel с двумя моторами сзади обеспечивается плавное движение вперед и назад. И вы пылесос фактически в руках не ощущаете, сосредотачиваясь только на самой уборке. Уборка в труднодоступных местах, причем, самое главное, вплоть вот каких-то плоских поверхностей, тоже не проблема. Dreamy H13 Pro легко справляется с этой задачей. Вы сможете пройтись вплотную с плинтусами, а также ножками мебели или в рамках самой мебели. И все это благодаря особому дизайну насадки. Таким образом, мы получаем именно то, что и хотим. Решение, которое будет эффективно справляться даже с такими непростыми задачами. То есть, важно понимать, это универсальное решение.
которая справляется как с ежедневной уборкой, так и вот с такими нестандартными задачами. Заявленное время уборки на одном заряде составляет 40 минут, а это до 300 квадратных метров площади. Все это стало возможным благодаря аккумулятору на 4900 мАч. Отличные результаты. Вы знаете, в моих руках побывало огромное количество разнообразных пылесосов. И далеко не каждый может похвастаться такими результатами. Самочистка – крайне важная функция. И тут снова используется прокачанный вариант. Запускается все по нажатию на одну кнопку. Температура для очистки валика составляет 60 градусов, а вращение во время данной процедуры идет в двух направлениях. После она будет просушена горячим воздухом с температурой все те же 60 градусов в течение 30 минут. Давайте все проверим наглядным образом. Прошло достаточное количество времени, больше 30 минут. Соответственно, у нас все просушилось. Мы берем салфетку и промокаем ее. О, валик. Никаких следов влаги. Если достать сам валик, то хорошо видно, что он тоже идеально чистый. Круто. И это все позволяет избежать как раз неприятных запахов, затухания. DreamH 13 Pro — это отличный вариант, который действительно обслуживает сам себя. Что получается по итогам? Dreamy, как всегда, большие молодцы. H13 Pro — это стильный, удобный, мощный и, самое главное, эффективный пылесос. Он легко справляется с любыми загрязнениями у вас дома. Причем делает это быстро. От меня только рекомендации. Очень понравился. И это действительно одна из самых интересных моделей, что сейчас можно приобрести. Актуальную цену ищите по ссылкам в описании к видео, а на YouTube продублируем все в закрепленном комментарии. Большие пальцы вверх ставим, на канал подписываемся, внизу всегда есть соответствующая кнопка, нажимаем на колокольчик два раза, если смотрим видео на YouTube, будут прилетать уведомления, ну и чекаем QR-коды на наши телеграм-каналы, вот прямо сейчас перед вами на экране, а также смотрим по ссылочкам их в описании, там тоже все продублируем. Много крутого эксклюзивного контента, скидки, предложения акций, анонсы мероприятий, бонусы, скидки и вот эти все вещи. Ну а во втором паблике у нас новости автомобильного мира из Китая. И не только. Много крутого контента, который будет для вас не менее интересным. Ну и при этом много мы не постим, постим только самое важное. А потому не будем вам надоедать.